Если в прошлом году в Дубасарах в крещенских купаниях приняло участие чуть более 20 жителей города, то в этом к 9 часам утра сотрудники аварийно-спасательного отряда, дежурившего на берегу Днестра, насчитали 150 желающих окунуться в воду. К 2 часам дня после окончания богослужения в храме всех святых их было уже более 500. Причем купанию в ледяной воде оказались покорны все возрасты. Самым юным купальщикам едва исполнилось 6, моржам со стажем более 60. Это как бы жертва Господу, это раз. И, во-первых, очищение от грехов. Ну, не то, что очищение от грехов. Надо себя настроить, что ты не боишься, чтобы здоровье на весь год было. Ну, лет 6 уже держу пост и решила уже искупаться на крещенские морозы. У нас заложена традиция, что люди вместе со священнослужителями одинаково окунаются в водах Днестра. Я не могу сказать, что все люди воцерковлены или нет, но я понимаю, что традиции православия для них близки. Госадминистрация района постаралась сделать все возможное, чтобы ничто не омрачило праздничного настроения горожан в день крещения Господня. Крещенские купания, смотрю, проходят активно. В этом году государственная администрация постаралась сделать все, чтобы наши граждане нашего района комфортно и безопасно отметили этот праздничный день. Дежурит скорая помощь. Организована вот палатка для того, чтобы могли переодеться купающиеся, также выпить горячего чаю.